Веди нас прямым путем. Просто удивительные слова. Почему мы говорим ⁇ веди нас ⁇ Потому что Аллах ⁇ это наш Господь, наш хозяин, а хозяин ⁇ это тот, кто дает наставление. И наше отношение с хозяином начинается с просьбы дать нам наставление. Ведь мы только что признали ⁇ О Аллах, я твой раб, я нуждаюсь в твоей помощи ⁇ И первое, что я прошу у тебя, это сказать, что я должен делать. Дай мне указание. Но если вы просите Аллаха дать вам указания, это значит, что вы готовы их выполнить, так ведь? Поэтому, когда мы говорим «Веди нас прямым путем», мы подразумеваем следующее. «О Аллах, я готов подчиняться Твоим приказам. Просто скажи мне, и я сделаю это. Мне нужен Твой совет. И когда я получу его, то тут же приму». У меня есть друзья, которые постоянно просят дать им советы. Однако они никогда не следуют им. Что ты думаешь об этом? Что ты думаешь о том? Как ты думаешь, что мне делать? Брат, я уже четыре года говорю тебе, что надо делать. Но ты не делаешь ничего из того, что я советую тебе. Я больше не хочу давать тебе советы. В чем смысл? И вы, и я просим у Аллаха совета. Если вы просите совета, то следуйте ему. Хотя бы постарайтесь. Это первое. Второй прекрасный момент в словах «Веди нас». В арабском языке есть слово «рушт», которое также означает «прямое руководство». Можно сказать «аршидна» — «веди нас» и «ихдина», что тоже означает «веди нас». Так в чем же разница? Слово «гуда» в арабском языке происходит от слова «гадия», что переводится как «подарок». Когда арабы терялись в пустыне, чего они больше всего желали? Указания на прямой путь. Им была нужна не столько вода или еда, поскольку это дало бы им еще несколько часов или один день, не более. Потерявшись в пустыне, вы больше всего нуждаетесь в чем? в выходе на прямой путь. Поэтому они ассоциировали выживание с прямым руководством. Самым ценным даром для них было указание на прямую дорогу, особенно если они находились в пустыне. Мы также просим Аллаха о самом ценном, что только может быть, о наставлении на прямой путь. «Веди нас». И мы даже не говорим «Веди меня». Мы говорим «Веди нас», что означает, что мы постепенно переходим от личного самосознания к коллективному.